Здравствуйте, Михаил. Это видео про ваш одуванчик. Вот, смотрите, это ваш одуванчик, наклеенный на двухсторонний скотч, на мой тестовый переходничок. Это калибр, и это полочка, и клей. Вот как я вам говорил, сначала вы наклеите по калибру полочку, вот, затем ее обезжирите и возьмете тоненький двухсторонний скотч, и вот также наклеите одуванчик на полочку, приклеенную вашему байонету. Сейчас я вам покажу проверку вашего одуванчика на моей камере. Вот, смотрите, я запрограммировал диафрагму 1.4, фокусное расстояние 35 миллиметров, и время задержки входа в режим программирования изменено с 10 секунд на 1 секунду, чтобы вам было легко входить в режим программирования. Режим программирования осуществляется в режиме AI Servo, а режим съемки в режиме OneShot. Вот сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.